Всем привет, дорогие друзья! Всем привет, любители АФК Арена! С вами Юрн, и всем привет из Китая! Вы скажете, чё, какой Китай? Ты чё, чувак? Да, я скачал клиент китайской игры АФК Арена. Теперь у меня есть индонезийский и западноевропейский, и еще китайский. И тут я буду играть за лесников. Ну и разносить азиатам пуканы. Хотя некоторые азиаты на 45 уровне аккаунта уже находятся на 28 главе. Вы скажете, как? Да потому что они просто живут ништяк, у них хорошие зарплаты и вообще кайфово себя чувствуют. Но расскажу небольшую предысторию, как я вообще сюда залетел. В общем, кто не знает, я играю в WoW на китайском серваке и уже на протяжении 5 лет разношу пуканы там многих кланов со своими азиатскими друзьями. И короче, они мне говорят, а почему бы тебе не поснимать типа китайскую АФК арену? Но только есть одна проблемка, у нас не так сложно, точнее, не так легко попасть в эту игру. Я говорю, почему? Он говорит, ну скачай клиент и попробуй. В общем, предоставили мне все ссылки, я начинаю скачивать этот клиент, а когда начинаю накатывать обновление, мне прилетает такое большое красное окошко и говорит, чувак, пожалуйста, подтверди свою личность. Я чего? Я им пишу, соответственно, они говорят, да, у нас, чтобы играть в игру, ты должен подтвердить свою личность. Это, как бы, правило ввели политики Китая. Типа то, что если ты несовершеннолетний и твой паспорт, допустим, это подтверждает, что тебе нету 21 года, то у тебя будет ограничение по времени, которое ты можешь тратить в игру в день. Прикиньте, да? Какое ограничение, я не знаю. Но так как всем моим друзьям из Китая, им там 30+, в общем, у меня этих ограничений нету. И фишка в том, что когда вы уже регистрируетесь, вам прилетает вот такое сообщение о регистрации, что типа все прошло окей, как бы вопросов к вам нету. Потом мне надо было как-то привязать этот аккаунт, чтобы не потерять свой прогресс. И я попросил их также зарегистрировать аккаунт на TaoTao. Они меня зарегистрировали, я привязал, и теперь я могу играть с любого устройства и не потеряю прогресс. В общем, как видите, не так все легко. Но за 2 дня я наполучал кучу кристаллов, потому что вы их получаете просто в заданиях, не только за сундуки. Вам прилетает в почту постоянно там 3000 кристаллов, 5000 кристаллов, 1000 кристаллов, понимаете? Также я успел на это вот весеннее веселье, тоже отсюда получаю перышки. И данное событие будет идти вроде еще 4 дня. Но перышки я буду получать, по-моему, в заданиях около 2 дней. Да, то есть сегодня я выполнил все задания и завтра. И, возможно, я успею взять копию Таллины. Потому что одну Таллину я получил за битву умов. Также оттуда получил вот эти свитки. И также Таллину получу отсюда. На старте 2 копии вообще лишние не будут, это точно. Помимо этого, здесь не так легко купить донат, потому что карточка российская или европейская, она не работает. Только работают китайские карточки их страны. И другими платежными системами они никакими не пользуются. В общем, короче, очень много веселья. И если вам такой контент зайдет и вы поставите очень много лайков, я обязательно буду снимать, продолжать и показывать вам этот аккаунт. И также даже уже просто, если мы зайдем в таверну знати, то мы увидим, что здесь тяночка. У нас такой тяночки нету, друзья. Она очень классно лопочет, а если посмотреть вообще, кто тут есть, то вот этого маркетплея там или чувак с собакой, его здесь нету, понимаете? То есть тут есть только Наоми. И также китайский вариант Наоми. В общем, я отсюда буду все снимать, тут также есть сообщество, я думаю, что в этом сообществе есть утечка информации, безусловно, о каких-то новых событиях, потому что это все-таки китайцы, а там есть крутые программисты, которые будут эту информацию искать. Я буду вас держать в курсе всех событий. Ну а теперь давайте будем делать призыв и посмотрим, что мне упадет, начнем с шардов. А Таля, серьезно? Круто. Круто, друзья, я доволен. Такой герой шардов. Зачет. Давайте зайдем, покажу список желаний. В общем, выбрал вот в людишках. Вот таких героев буду качать. Сразу, как бы, цель на более позднюю игру. Также громилы. Крена сюда не поставил, потому что надо все-таки сначала Тайдуса прокачать. И кто бы первый не качнулся на биорамку, потом поставлю крена. Также идут лесники. То есть это приоритетные герои, которых надо точно первыми прокачать. И магиорожденные. И шемку я здесь собирать не буду, я просто на нее забью болт. Все, давайте крутить простые свитки, фракционочки в лес. Погнали, друзья. С богом. И сразу дабл. Так, упал Варсан, а второй герой кто? А тут падает София. Слушайте, 2 крутых героя.
Не, ну давайте, наверное, мы поставим x2. Так будет лучше. Эта функция тут тоже работает, безусловно. Так, ладно, подтвердили, мы ничего тут сейчас делать не будем. Никакие расстановочки. А вот x2 мы точно поставим. Поставим также вот это. И, в принципе, все, погнали. Капец, я уже 3 фиолета вытащил. В общем, как друзья сказали, ты что, решил типа китайский изучать, что ли? Я поржал, говорю. Нет, конечно, но прикольно все равно. Один, тоже очень хороший герой. Тем более, первая копия кристаллы даст. Мне нужен корм на людишек, чтобы первым героем собрать Мираэльку. Можно, в принципе, и Савиаса собрать, тоже зайдет. Равчанский, зачет. Даже одна копия будет давать профит. Просто бешеный профит. Так, здесь ничего не падает. Что он мне показывает? А, ну что, типа в лесниках есть новый герой. Да, я в курсе, он мне не нужен пока. Ага. Так, ну, следующая карта уже будет фиолетовая. Давайте сделаем прокачку. Что он нам предлагает прокачать? Нет, нам такой вариант не подходит. Нам надо сначала прокачать Мираэльку. Да, надо сначала прокачать Мираэльку. Отлично. Так, в громилах пока никого не качаем, в лесниках тоже, хотя можем прокачать Ордена. Давайте дядюшку Ордена прокачаем. И в магиорожденных. Сильвину. Будем ждать корм. Веда накачать пока не буду. Слушайте, ну круто, круто. Так, ну теперь погнали по 2700. Сразу фиолет. Розочка на фарм боссов зайдет. Круто. Так, еще один фиолет. Эйрон. Первая копия. Класс. Еще бы одна упала, и было бы вообще хорошо. Дабл. Так, Грежел. А второй кто? Тайдус. Блин, ну почему не падает одинаковые даблы? Они мне так нужны. И трипл, друзья! Вообще. Так, Лика, Ящерка и Лурсан. Блин, прикиньте, три лесника в одном трипле. Все, я сделал репост там на Тао-Тао. Ну, трипл классный. Так, еще карта. Карту в лес. Угу, Тази. Это контроль. Тоже, кстати. Сейчас еще заберем вот здесь кристаллы какие-то можем забрать. И в заданиях что-то мы тут выполнили. 400 кристаллов и энергия на прокачку. За призывы. Вот я накачаю героев-то вообще. Так, что-то мы тут тоже можем забрать. Тут немножко не хватает до 10 свитков. Кристалла есть? Нет, тупо эссенция. Ну все. Так, сейчас надо будет поменять фракцию на лес. Дособрать кристаллы, сделать призыв за 2700. И потом крутить фракционочки. Блин, ну я не ожидал такой крутой дроп. Не, ну ник у меня тут зачетный, конечно. Килограмм риса я придумал. Килограмм риса. Мне все азиаты пишут. Прикольный ник, типа. Прикольный ник. Чувак, добавляйся, друзья, будем играть вместе. Сейчас я насобираю, чтобы было... Кристалл, все, соточка. Соточка, остальные потом заберу. 2800. Давайте еще 2700. И переходим в фракционочки купить. Угу, форм. И погнали в лес. Ну давай, давай, фиолет, отлично! Ящерка! Сундук еще с энергией получили. Может быть еще будет фиолет? Нет, ну вот следующий точно будет фиолет.
И карта. Карта сейчас откроется у нас. Так, тут я поторопился, но ничего. Карту сейчас мы откроем с вами тоже в лес. Так, и Сейрус падает. Ну, тут чисто рандом. Чисто рандом. И давайте посмотрим, что получилось. Так, есть еще одна Мирелька. Мирельку сейчас поднимем на Элит Плюс. Угу, делаем вот так. Стоп. И можем прокачать еще Хогана. А можем не торопиться, потому что если она падает Мирелька, то подкачаем. Или все-таки ее поднять до легенды потом. Ну не буду, короче, торопиться. В Громилах тоже торопиться не буду. В Лесниках можем прокачать еще одного Орденчика. Давайте так и сделаем. Оги я качать не буду, Ордена поднимаем. Все, Элит Плюс. Оставляем, пока дальше не качаем никого. Потому что, может быть, еще нападает что-то. Не надо торопиться. И тут можем прокачать Сильвину. Но еще одной Сильвины нет. А если мы сделаем Сильвину до Элит Плюс, это будет намного лучше, чем просто сейчас кого-то прокачаем. Не пойми кого. Ну и вообще, в принципе, я доволен. Я доволен дропом. То есть дальше есть кем проходить, безусловно. Буду подкачивать. Рашить этапы кампании. Ну и снимать вам уже отсюда контент, друзья. На этом сегодня, я думаю, все. Хватит. В общем, команда у меня пока подбирается неплохая. Еще что-то тут можем получить. Первая наклейка. В общем, буду снимать. Жду ваши комментарии.